Привет, меня зовут Александр, вы на канале Алекс Иди Таксуй. Сегодня у нас 8 января, время 12:42. Я уже почти час тусуюсь и нет заказов. Вот, получу заказ первый, еду на подачу. Долгая поездка, там что-то 20 что ли километров, что-то такое, короче. Сейчас скажу сколько. 36 километров, ну до центра почти 42 минуты, там даже кафе какой-то есть. Вот, еду на подачу, 2 минуты осталось, подъезжаю. Вчера что-то пипец, как голова разболелась. Домой пришел, выпил таблетку. Чувствую, что что-то как-то нехорошо. То ли, ну, давление скакануло, то ли еще что-то. В итоге, короче, упал спать, проснулся, ну, нормально все. Себя чувствую хорошо. Вот сейчас вышел работать, надеюсь, сегодня все нормально будет. Вот. Уже подъезжаю. Надо не забыть купить смену или активировать промик. Вот, тут у кого как. Вообще, в принципе, покупать смены — это очень выгодно, пацаны. Вот реально. Это, не знаю, если вы еще не работаете как самозанятый, то советую попробовать, потому что это прям колоссальная экономия на комиссии Яндекса. Да, понятно, вы там налоги какие-то платите, но вы капец как экономите на комиссии Яндекса. Если хорошая касса, ну, типа, там, выше десятки, то все, это уже прям капец экономия. Потому что, ну, сами посчитайте. А иногда кассы бывают, типа, там... Ну, вот, типа, вчера у меня была касса 11500 за 8 часов работы. То есть, если бы не башка, я бы, ну, еще бы, там, не знаю, сколько, 3-4 бы сделал. И, то есть, ну, если бы не смена, да, или не промик, то это было бы очень накладно. Вот. Я уже подъехал на подачу. Безналичная оплата — это хорошо. Вот сейчас пас выйдет. И все, и поеду работать. Пишите в комментариях, как ваша работа, как ваши праздники, как вы вообще себя чувствуете. Все ли нормально со здоровьем? Вот. А я работать. Ой, спать хочется, если честно, чуть. Вот, ладно. Что-то у вас попало. Ладно. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Приятного просмотра. Ну а если вы ищете автомобиль в аренду под такси в Москве, то рекомендую обращаться в таксопарк «Полет». По промокоду «Полетели» скидка на первый оплачиваемый день будет 1000 рублей. В парке есть автомобили «Эконом», «Комфорт», «Комфорт Плюс» класс, автомобили грузовые, автомобили под доставку, ну, которые там «Дел Матиз», вот такие вот. Пишите, звоните, все ссылочки, номера будут в описании. Не забывайте про промокод «Полетели». 40 минут, 1467 рублей. Завершить. Проверка личности через 15 минут. Надо пройти. 27 минут. Завершить. 915 рублей. Ждем следующий заказ. Экспресс-строй. Красиво. 13 минут. 415 рублей. 21 минута. 582 рубля. О, дядечки-мадишники ходят. 20 минут. 572 рубля. Короче, сейчас работать вообще достаточно тяжело. Ну, в каком плане? В том плане, что вот там, в новогодние праздники, в декабре заказы либо по цепочке летели, либо ты ставишь кнопку по делам, и те кнопки по делам летят заказы. А сейчас ты ставишь кнопку по делам, получаешь хер на воротник, ничего не падает. Ну, либо падает, но не то, что ты хочешь. Так, надо поправить эту штуку. Подлокотник подняли опять. Вот. Либо вот сейчас я стою в зоне кэфа. В пределах трешки. А, нет, за трешку уехал. Чуть-чуть. А улица Улафа Пальма. И ничего не падает. Отвез заказ, буквально пару минут стою. Ломка в работе в том плане, что, блин, сейчас даже кэф практически нет. Наверное, типа, окей, они есть, но много вот этих проплешин без кэфа. И такой, типа, блин, как работать теперь? Как же все эти кэфы 1.5, 2, 2.3, там, не знаю. Так, типа, так тяжело. Типа, а где работа? Хочется работать, а работы нет. Вот такой, блядь. Когда была работа, о, зеленка, в зоне кэфа.
Ломоносовский проспект. Средняя подача 7 минут. Поехали. Куда поедем, не знаю. То есть я сейчас уже отключил все кнопки, мой район отключил. То есть все, просто тупо вот, дайте мне заказ, я поехал. Ничего не падает. Ну, вернее, вот уже упало, 6 минут до подачи осталось ехать. И как бы как-то что-то как-то туго идет. И типа, блин, где заказы? Вот. Пока комфорт я не включаю. Вот. Ну, если будет все печально, то типа, сорян, пацаны, кто катает комфорт. Но я думаю, что все будут включать комфорт. А некоторые, ну как некоторые, я даже знаю конкретно кто, блядь, даже эконом включать будет, но это совсем другая история. Вот. Да, Паша? Ну да ладно. Так, еду на заказ. Посмотрим, куда поеду. 9 минут. 386 рублей. 5 минут. 240 рублей. Зеленочка. Эх. Вот так сейчас выглядит Москва. 16 минут. 458 рублей. Зеленочка. 48 минут. 1192 рубля. Следующий заказ по цепочке даже. 16 минут поездка. Домкат получается. 16 минут. Завершить. 458 рублей. Так, что тут Щелково рядом? Щелково, конечно. А, Реутов, Балаш. О, сваливаем. 37 минут. 1359 рублей. 9 минут. С бустером 469 рублей с Павелецкого вокзала. Сообщение от поддержки. Ага. Что-то дичь мне какую-то присылают. Мне два платежа пришло, а третий не пришел. Здорово. 10 минут 434 рубля. 17 минут почти Одинцово, 658 рублей. Да. Ну что, ребятушки, приехал домой. Как всегда, квест. Но вот сейчас все занято. Походу пойду далеко. Машину ставить поеду. Все занято. Все парковочные места. Ну вот, блядь, сука, ты на своей красной Audi можешь нормально встать вообще, типа. На два места встал. Ну зачем так парковаться? Ну вот я тут не влезу. Вот. Че люди такие это? Только о себе думают. Вот тоже, блядь, тип на два места встал, блядь. Ну как так? Зачем? Это просто нечто. Я сейчас покажу. Типа вот. Это два места. Зачем так вставать? Это что, у всех еще новогодний отходняк, что ли, или что там, рождественский отходняк какой? Типа, блядь, как так паркуются? Да. В общем, давненько я на той парковке не парковался. На дальней. Вот сейчас парканусь. Тут, там, надеюсь, нормально люди паркуются. Вот. Я после того, как застрял, купил лопату. Занес домой, она там лежит. Вот, поэтому я надеюсь, что я сейчас нигде не застряну. Ну, там нормально. Укатано все. Скоро КБ откроется на районе. Район сразу станет поинтересней. Попривлекательней. Да. В общем, чувствуется уже тяжеляк с заказами. Ну, то есть, нету кэфов столько, да, нет заказов столько. Сейчас вез с гостиницы Украины до Одинцова за 658 рублей. Ну, правда, ехали мы там всего минут 16. Но, тем не менее, типа, всего 658 рублей. А могло бы быть побольше, но, увы,
Ладно, что теперь? Вот, отработал сегодня смену, но я, правда, очень много времени потратил на то, что я пытался там дальники ловить, еще что-то как-то. Вот. Понял, что, короче, надо катать просто все подряд, и начал катать все подряд. Вот. А потом, когда я хотел уехать с... там Голицына или Щелкова, что-то такое. Ой. Вот так вот. Поставил кнопку по делам в центр, а у меня заказ упал на Варшавское шоссе. Вот такие дела. Так, что по работе? 14 заказов. 14 заказов и всего... Так, надо посчитать. Блин, чувак, ты паркуешься передо мной, выключишь свет? Надо посчитать. Что-то я сегодня как дед старый, недовольный бубню. 8947 плюс 9600. Получилось всего. А, такие дела. Вот. Ну ладно. Посмотрим, как дальше будет работа. А то, глядишь, придется и на эконом пересаживаться. Не хотелось бы, не хотелось бы, но что поделать. Если все будет печально сработать, то какие варианты, правильно? Так, это выкинуть. Это убрать. Тут налички насобиралось чуть-чуть. Надо сейчас расфасовать всю наличку и идти домой отдыхать. В общем, ладно, ребятушки, я... отдыхать. Не забывайте, пожалуйста, становиться самозанятыми, если еще не работали. Указывайте мой промик. Вы получите до 3 промокодов на 12 часов каждый без комиссии Яндекс. Я получу один промик. Все в плюсе, все выигрыши. Вот, поэтому регистрируйтесь, экономьте, покупайте смены. Вот. Как так? Если не подписаны на канал, подписывайтесь, пожалуйста. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Ну, в общем, все как всегда. Вот. А я пошел отдыхать. Спасибо за просмотр. Пока.